На лыжной базе Омского государственного аграрного университета прошла 71-я лыжная эстафета на призы газеты «Омская правда». Традиционными соревнованиями многие омские лыжники открыли зимний сезон. Более 50 команд в этот день готовы были покорить лыжню. Поздравить спортсменов с открытием популярной гонки пришли почетные гости. Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорианц, главный редактор газеты «Омская правда» Андрей Мотовилов, руководитель областной федерации лыжных гонок Александр Козловский. Эти соревнования, как бы такое репетиция открытия именно подготовки уже к более высоким, серьезным соревнованиям. И хочется действительно отметить то, что наши гонщики, лыжники, значительный прогресс за последние годы есть. У нас есть представительство и в сборной команде России. Это очень хорошо. Хорошо ребята выступают в студенческих соревнованиях. Омская правда старейшее издание в Омской области. Нам уже 101 год. И, естественно, мы поддержим такие многолетние традиции. Первыми свои силы испытали девушки. Им предстояло быстрее других преодолеть 4 этапа по 3 километра. 2 этапа спортсмены бежали классическим стилем, а вторые 2 – коньковым. Многим коллективам пришлось тщательно подбирать состав команды, чтобы не терялся темп по ходу гонки. Значительно шире стала и стартовая прямая. У девушек из команды «Авангард-1» в этот день все получилось. Гонка сложилась довольно успешно. Спасибо моей команде, они привезли комфортный задел. И поэтому мне оставалось только добежать. В целом трасса хорошая, организация соревнований тоже очень хорошая. Поэтому только положительные эмоции от старта. В мужской части турнира первая команда «Авангард» опередила «Авангард-2» и сборную Любинского района. Это одни из самых эмоциональных, одни из самых красочных соревнований были, которые я помню с детства. У нас дружная команда, приемство с поколений. Мы не тренируемся, мы живем дружно с семьей. Вот и все. Неудивительно, что обладателями переходящего приза турнира статуэтки «Бегущий лыжник» стали именно «Авангардовцы». Второе место заняла сборная «Сибгувка», третье – «ОМГТУ».